Владимир Заманский, советский актер театра и кино, народный артист СФСР, родился в 1926 году. В 1944 году обманул комиссию, прибавив себе возраст, добровольцем ушел на фронт, где воевал радистом самоходной артиллерийской установки М-10. В ходе боев под Орша его машина была подбита. Несмотря на тяжелое ранение в голову, он спас из горящей самоходки раненого командира. 2 февраля 1945 года его самоходка уничтожила в бою 50 немецких солдат, подбила вражеский танк «Тигр», после чего экипаж машины захватил и удерживал важный перекресток дорог. После войны он продолжил службу в армии. В 1950 году за участие в драке он был осужден трибуналом на 9 лет лагерей. За высокие, опасные для жизни работы его срок был сокращен, и в 1954 году он был освобожден. В 1958 году он закончил школу-студию МХАТ, после чего началась его большая карьера актера, театра и кино.